Всем огромный-огромный привет! Хочу вас сегодня пригласить со мной немножко пособирать грибы. Я иду на дачу, зашла я поглубже немножко в лес, ну, вернее, не совсем поглубже, пошла немножко по такой другой дороге. Вот. И хочу пособирать грибы, если, конечно, я что-то найду. Я вас приглашаю составить мне компанию. Айда собирать грибы. Вместе веселее. Я хожу недалеко от дороги, поэтому будет, наверное, немножко шумно. Вот. Я здесь очень редко хожу. Прям крайне редко. Поэтому дороги я не знаю. Вот если вам будет видно, да, вот дорога. И я около нее и хожу. Ну, сворачиваю немножко направо, налево. Вот, ищу грибы. Собираю я сегодня грибы первый раз. Ну, нет, ну как, опёнки собираю. Пошла искать опёнки первый раз. Собирала я боровички. Ну как, немножко насобираю. Что-то там находила. То, что, наверное, грибники пропустили. Вот. Поэтому вы можете загадывать сегодня желание. Я собираю опёнки первый раз. Я буду собирать опёнки, а со мной дома мама, папа, брат, кто-то будут проверять, что я там насобирала. Вот видите, шумно, потому что машины шумят, трасса недалеко, трасса дорога. Такой лес, специально думаю пойду, где вот тут по суше так, может быть опёнки будут. Вот смотрите, какие грибы я нашла. По-моему, это опёнки. Вот такие вот грибочки. Я их возьму домой, срежу, вот, а мама дома посмотрит, хорошие грибы или нет. Принесу домой, а дома посмотрят, хорошие грибы я насобирала или нет. Надо одной рукой. Ой, смотрите, какой грибочек красивый. Ой, вон какой гриб. Так, надо все пособирать. А вон там... Вот, смотрите, еще какие маленькие грибочки. Тут дорога недалеко, поэтому будет шумно. Вот, смотрите, какие грибы похожи на опёнки. Сейчас я один срежу и посмотрю. Так. Так, пупырастенькие. Вот я один грибочек срезала. Вот он с юбочкой. Тут еще, смотрите, много каких-то грибов, но это похоже поганки, как у нас их называют. Вот, это вроде бы не опёнки. Так, давайте-ка вот тут еще походим. Может быть. Ой, смотрите. Смотрите, смотрите, какая красота. А вот это вот
похоже, опеночки. Так, проверяем сверху, как попурастенькие. Так, сумку я свою поставлю рядышком. Я же еще с дамской сумочкой пришла. Вот. Где у меня тут ножичек. Ой, смотрите, какая красота, аромат какой. Так, аккуратненько их режу. Так. Ой. Ой. Оп. Ой. Так. Наверное, мне нож тупой. Так. Вот. 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 Так, сейчас я это все соберу в мешочек. Я себе взяла два мешка больших. Так. Вот. Грибочки. Так, теперь мне это все надо собрать, чтобы ни один грибочек не потерялся. Так, птички поют. Я одной рукой держу камеру, а второй рву грибы, поэтому не особо удобно. Ой, первый раз собираю грибы. Дома мне объяснили. Вот, ну, как бы еще дома посмотрят, хорошие грибы я насобирала или нет. Но я почему-то думаю, что это хорошие грибы. Топенки. Ну, дома посмотрим. Так, где у меня нож? Так, надо аккуратненько срезать. Ой, какие маленькие малышики. Ой, смотрите, какие. Красотища-то какая. Аромат какой. Пахнет грибами. Так. Маленькие грибочки. А вот, смотрите, прямо рядышком тоже. Так, юбочка есть. Эти есть. И режем. Вот. Так аккуратненько я срезала. Первый раз в жизни собираю грибы, поэтому можете загадывать желание вместе со мной. Смотрите, какая красота. Ай, аромат, аромат-то какой. Айда, дальше. Вот, смотрите, какие грибочки, красавчики. Так, левой рукой не особо удобно. Все равно дома кто-нибудь проверит, чего я насобирала. Ой, как хочу суп-то грибного. Так, неудобно одной рукой. Так. Прямо у меня проснулся грибной азарт. И пойду сейчас в другое место. Так, и вас я беру со мной. Вот, будете мне сегодня помогать искать грибы. Я никогда грибов не находила. Слушайте, а тут грибы, грибочки. Вон рыжие какие-то. Ну что за рыжие грибы, не знаю. Но вот эти, по-моему, я зря обрадовалась. Это не знаю чего, но сейчас посмотрю. Нет, это какие-то, наверное, не опенки. А может и опенки. Юбочка есть. На них как-то мало пятнышек, поэтому брать не буду. Так. А вот смотрите какой. Вот это, наверное, точно опенок. Да, он с юбочкой. И как это сказать? Ножка темненькая внизу. И крапинки. А вон, смотрите. Вон там под кустом какие грибы. Сейчас посмотрю. Юбочка есть? Юбочка есть.
Так, вот сейчас складываю грибы. Ой, слушайте, я, наверное, сегодня тоже грибов насобираю. А то никогда же ведь грибов-то не нахожу. А тут... Ой, грибочки какие-то. Ну вот по поводу вот этих... Нет, это с юбочкой. С юбочкой. Вот. Слушайте, я тоже сегодня собираю грибов. Представляете, я никогда раньше не собирала грибы. Я их никогда не находила. Вот. А сегодня я тоже насобираю грибов. Третья. Так, этот проверим. Ёбочка есть. Ножка внизу темная. Ой, какая Юля молодец. А? Ой, слушайте, как они приятно хрустят. Вот, смотрите, какие грибы. С ёбочкой. Ой. А вот малышики какие. А вот смотрите, смотрите, какие грибы. Ой, как хорошо, что я взяла вас с собой. У меня такое чувство, что я гуляю по лесу не одна, а вместе с вами. Что вы тоже собираете со мной грибы. Вот. Может, кто-то не любит собирать грибы. Я как-то раньше тоже не собирала. А вот сейчас первый раз собираю. И так приятно. Мешочек такой тяжеловатенький делается. А еще я как представила, что нужно сварить суп и пожарить грибы. О-о-о! Аж слюнки потекли. Тут посмотрим, может, где припрятались. Что-то тут вроде бы одни листья. Я вообще раньше думала, что опенки растут только на пнях, но оказалось, что еще не совсем на пнях, рядом с пнем. Так, вот пень. Ну-ка, давайте вот здесь-ка пройдемся. Слушайте, а мне и понравилось грибы собирать. Ну, не важно, что я много не насобирала, наверное. Что я больше не нахожу. Не важно. Что-то ж я нашла. Смотрите. Смотрите, какая красота. Так, ну что, давайте проверим, опенки это или нет. А то я, может, зря обрадовалась. Так, юбочка есть. Есть. Внизу ножка темнее. Крапинки на шляпке есть. Поэтому грибочки, добро пожаловать к Юле. Но все равно дома переберут. По грибам я специалист-то не великий, поэтому... Будут за мной все проверять. Какая я сегодня молодец! Какая я сегодня молодец! Прям меня гордость забирает. У меня брат очень грибы любит, особенно маринованные. Если я насобирала хороших грибов,
Ой, какая будет вкуснотища. А картошечки нажарим, а супчику-то наварим. Да вообще, слушайте, я, наверное, пока прошла, хоть грибов пропустила. Какие тут грибы-то спрятались. Ага, я вас нашла. Не знаю, может, я как-то неправильно грибы собираю. Может, их как-то по-другому собирают. Ну, я так. Вот. Какие грибы. Так, тут у меня мешок с грибами. А вот же я еще два грибчика пропустила. Нет, смотрите, какая я рассеянная. Это прямо фу на меня. Вот. Собрала я грибы. Грибницу я не трогаю, чтобы росли на следующий год. Руки такая... Ой, слушайте. Аромат какой! От рук так пахнет! Ой, обалдеть! Грибами пахнет! Ой! В лесу столько сегодня много грибников. Все ищут грибы. Так, и я зашла в лес. Хочу немножко зайти подальше в лес. Может, побольше там будет грибов. Так. Смотрите, какая красота. Поют птички. Ой, чуть я не споткнулась. Слушайте, а что-то грибы-то и закончились, что ли? Что-то я ничего не нахожу. Просто гуляю. Идем вот в это красивое место. Не знаю, может, кому-то некрасиво, а мне красиво. Такая красота. Елочки. Вот, смотрите, какое-то дерево. Сейчас я на него присяду и посижу, отдохну. Опа! Так, ой. Так, вот такой вот у меня вид. Такие огромные деревья. Голубое небо с белыми облаками и вот такой вот вид. Я с собой сегодня не взяла никакой еды, просто сижу и отдыхаю. Не хочется выходить из леса, и вообще такая красота на природе. Красотища. Не знаю, будет вам слышно или нет, как трещат деревья. Да, наверное, грибники грибы ищут. А может, птички, а может, просто деревья трещат.
Я посидела немножко на пенечке, отдохнула. А вообще не хочу я уходить из леса, вот не хочу. Давайте-ка еще вон туда сходим. Слушайте, тут столько грибников. Прямо из-за каждого дерева слышно грибников. Такая елочка с иголками. Ладно, так, на елку мы полюбовались. Теперь айда вон туда. Вот смотрите, вот там тоже лес. Вот везде лес. Кричать сильно не буду, то вдруг какой-нибудь медведь вылезет из норы. Скажешь, чё орёшь, спать не даешь. Так, смотрите, какая красота. Вообще, только что-то тут грибов нет. Может, я пока красотой любовалась, только грибы не нашла. Так красиво. Ладно, пойдемте-ка обратно к дороге, потому что здесь можно реально заблудиться. Хотя, знаете, грибники так активно здесь кричат. И вон с той стороны где-то шумит машина или еще что-то, не знаю, что там. То, наверное, вряд ли заблудишься. А ну-ка, сейчас-ка я присяду и вон туда загляну. Может, там грибов много под елками-то. Давайте вместе заглянем вон туда. Нет там никаких грибов, похоже. Но неохота согибаться и туда лезть. Так, вот оттуда я иду. Да. Дорога. Где моя дорога? Так красиво. И вот тут такая красота. Ладно, айда искать опята. Может быть, найдем. Ой, какое у меня хорошее настроение. Прямо так хочется мне петь. Смотрите, какие елки красивые.